Здравствуйте. Вот мы наблюдаем скручивание или курчавость листьев винограда. Это молодые саженцы. И у многих начинающих виноградарей, видя такое состояние молодого питомца, часто возникает вопрос, почему скручиваются листья винограда. На это влияет много факторов, как со стороны природы, так и от человека. Обратим внимание, в какой период времени это происходит. Если на улице часто идут или шли дожди, то здесь явно переувлажнение почвы. Из-за нехватки кислорода начали отгнивать молодые корни на виноградном кусте. То же самое можно и наблюдать от чрезмерного полива молодого саженца виноградного куста. Как помочь ему и чем лечить виноград? Если своевременно мы обратим на это внимание, то виноградный куст быстро начнет расти после принятых необходимых мер по выздоровлению его. Если мы часто поливали каждый день, то прекращаем полив, разрыхливаем землю и делаем внекорневую подкормку по листу. Вот таким хорошим комплексным удобрением, состоящим из макро- и микроэлементов. А если это произошло от обильных дождей и продолжают они идти, то делаем рядом бороздочку и посыпаем золой вокруг куста и удобрением, содержащим макро- и микроэлементы. После проделанной нами такой работы, через 4-5 дней наш виноградный куст начнет отходить и пойдет в рост, наращивая новые молодые листья. Вот как видим на этом виноградном кусте. Вот молодые листья, которые начали отрастать. А это старые. Старые скрученные листья обрываем и сжигаем или выбрасываем их в мусор. Вот такие необходимые работы по лечению винограда при скручивании или курчавости листьев на нем необходимо произвести нам. Возможно, это видео будет полезным для начинающих виноградарей. Кто желает получать известия о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на него. Всем желаю удачи в правильном подходе по защите винограда от болезней и получения богатых урожаев от него. До свидания.